Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. 6 декабря 2016 года, в вечернее время, примерно 18 часов 30 минут, водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, двигаясь по улице Карла Маркса со стороны проспекта Комсомольский в сторону улицы Кувыкина, не обеспечила безопасность дорожного движения и совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в Центральную городскую больницу города Нефтекамска.